Российские регионы получат специальные гранты на строительство дорог. Средства выделят субъектам, которые разработают программы комплексного развития. Об этом на селекторном совещании сообщил министр транспорта страны Максим Соколов. На связь с руководителем ведомства вышел и глава Чувашии Михаил Игнатьев. На селекторном совещании в федеральном ведомстве подвели результаты использования межбюджетных трансфертов на дорожную деятельность. С учетом прогнозируемых объемов поступления средств от системы взимания платы и показателей бюджета, утвержденного федеральным законом, июльским распоряжением правительства были направлены средства в размере 12 миллиардов рублей еще 19 субъектам Российской Федерации на мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, а также ремонту уникальных искусственных сооружений, мостов, включая в том числе предаварийные и аварийные мосты. Более 600 миллионов рублей было выделено администрации Чебоксар на строительство транспортной развязки по улице Фучика, а также реконструкцию Московского моста. В Министерстве транспорта республики отмечают, что освоить федеральные субсидии планируют до 1 декабря. По графику ведутся работы и по реконструкции дорог в Батревском, Комсомольском, Яльчихском и Мариинско-Посадском районах. Глава Чувашии потребовал предоставить предложение по участию республики в федеральных программах строительства и ремонта дорог на следующий год.